Режим работы центров обслуживания клиентов телерадиокомпании «Волна Плюс» по адресам улица Островского, 74 и улица Ленина, 16 в праздничные дни. 31 декабря с 9 до 15 часов. 1, 2, 3 января – выходной. 4, 5, 6 января – с 9 до 15 часов. 7 января – выходной. 8, 9 января – с 9 до 15 часов. Абонентам кабельного телевидения «Волна». Акция «Новый год без долгов». Для участия всего лишь нужно войти в 2021 год без задолженности по абонентской плате за телевидение. Дата розыгрыша ценных призов и подарков будет сообщена дополнительно. Адреса центров обслуживания клиентов. Улица Островского, 74, телефон 720070 и улица Ленина, 16, телефон 79099. Стань одним из счастливчиков. Фирма «Сантехрезерв» предлагает все виды сантехнических услуг. Замена труб, реставрация ванн, устранение засора труб, установка и замена смесителей, подключение стиральных машин, ремонт и установка сантехники, комплексные ремонты квартир, отделка помещений, а также теплые полы, сварочные работы и многое другое. Заключение договоров, рассрочка платежа, гарантия. Фирма «Сантехрезерв» – это качество и разумные цены. Вниманию населения, администрация муниципального района Печора информирует печорцев о том, что 3-го, 4-го, 5-го и 6-го января 2021 года бассейн Дворца спорта имени Кулакова будет работать с 14 до 19 часов. Будут действовать праздничные скидки на платные услуги разового посещения для детей и взрослых. Дед Мороз онлайн в Скайпе. Звонки с 20 по 31 декабря. Прием заявок по телефону 8-912-199-67-88. Сдается гараж в речной части города под автомобили «Газель» «Валдай». Можно под стоянку. Охраняемая территория. Телефон 8-909-123-9011. Администрация муниципального района Печора информирует, что Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального района Печора разыскивает граждан, зарегистрированных в аварийных жилых помещениях. В связи с реализацией муниципальной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы просим граждан, зарегистрированных в жилых помещениях по адресам город Печора, улица Первомайская, 15, комнаты 101, 214, 216, 220, 224, 227, 227А, 304, 307, 312, 411, 516, 530, 531 срочно обратиться в Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального района Печора по адресу город Печора, Печорский проспект, 46, кабинет номер 3, с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов. Также просят граждан, обладающих какими-либо сведениями о местонахождении граждан, зарегистрированных по указанным адресам, сообщить информацию в Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального района Печора по телефону 70595.